Активисты местного отделения «Единой России» навестили жительницу города Одинцово, вдову ветерана вооруженных сил Ларису Гречищеву. Вместе со сторонниками партии, председателем окружного отделения межрегиональной общественной организации инвалидов, войн и военной службы России Юрием Крикотиным партийцы вручили пенсионерке продуктовый набор. Еще один набор передали для ветерана Великой Отечественной войны Николая Пищулина. Сейчас Николаю Федоровичу 98 лет. В годы войны он участвовал в Кёнигсбергской и Берлинской операциях, а также в боевых действиях на Дальневосточном фронте.